Отмечать праздник молодежи теперь будут не фиксированную дату 27 июня, а в последнюю субботу июня. Такое решение принял президент России Владимир Путин. Документ подписан и вступает в силу с сегодняшнего дня. Напомним, 27 июня было днем молодежи в течение порядка 30 лет. В этот день молодые люди страны традиционно организовывали концерты, фестивали и флешмобы. Волгоградская область в прошлом году впервые провела масштабный молодежный фестиваль 3-4, который состоится и в этом году.